Приветствую. Вообще, я, конечно, на диете, вот это не очень можно, но это лучше, чем сахар. У меня уже это, как это называется, ломка такая, как сказать, когда ты вкусную еду вообще никакую уже не получаешь. Ох, как плохо. Очень горячая картошка. Почему вот все, что вкусно, оно все вредно? В общем, скоро видео об этом. Как немножко можно нарушать диету, чтобы просто не впасть в депрессию от того, что ты на диете. Но сладкое, сахар, белый хлеб нужно убирать. Ну и консервированное, конечно. Ну а подумать, бутерброды с чем можно сделать, вот это заменить.